Всем привет, друзья! Сегодня вышла iOS 16.1.1, и я вам расскажу все нюансы, стоит ли накатывать и как с автономностью. Добро пожаловать на канал Apple Expert. Ну что, протестил я iOS 16.1.1, и что я могу сказать? В принципе, автономность стала на том уровне, как и была. Не знаю, как стало, не стало. У меня, в принципе, работает точно так же. Нагрева никакого нет, ничего нет. Прирост по батарее в Geekbench вырос, но по факту ничего не видно на моем iPhone 12. За другие устройства ничего вам не скажу. В принципе, плюс-минус работа та же. Самое главное, что поправили фишку о Wi-Fi соединению. Уже не отваливается, работает стабильно. В принципе, вот как-то так. Что по поводу того, стоит ли накатывать данную версию, решать вам. Если кто-то сидит на 16 версии, то нет. Если кто-то уже обновился на выше версию, то, конечно же, обновляйтесь, вы ничего не повредите. Те, кто сидят ниже iOS, там 15.7.1, сидите, не переходите, пока все еще не так гладко, ярко, как бы этого хотелось. В общем, ребята, никаких нареканий нет, все быстренько работает, быстренько отвечает, абсолютно никаких лагов, фризов не наблюдаю, все так же. Давайте мы с вами проверим раздел хранилища iPhone, он должен быстро прогружаться, никаких фризов не должно быть, так и есть, все четко, поэтому по скорости нареканий вообще никаких нет. Вот как-то так. Но если вы уже накатили данную версию и испытываете жуткий разряд, нагрев батареи, вам поможет два способа. Это жесткая перезагрузка вашего iPhone или iPad, или же переустановка iOS при 100% батареи через iTunes, не по воздуху, естественно, и вы сможете это поправить. Точно так же вы можете применить настройки по автономности, как сделать. Вы можете найти в описании под видео, я оставил все полезные ссылки, которые помогут вам в версии iOS и в использовании, в принципе, учетной записи. Поэтому ныряйте, буду всем рад. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии, дальше больше, скоро увидимся.